А вот и другая моя альпийская горка. Посмотрите, что у меня на ней растет. Вот это вервейник манечатый. Он может расти как на горке, так же и в кашпо. Сам прирастает, никуда я его не направляю. Вот как растет, так растет. Вот это вот растение, это бараньи ушки. Их так называют, потому что у них настолько мягонькие листики, реально как вот ушки у котеночка. Ну вот, прикольный. Мне очень нравится. Это у нас можжевельник. Он может вырасти большой, но я хочу все-таки его стричь. Но ему нужно еще немножечко подрасти. В той части у меня тимьян, который также чуть не вымерз. Тимьян, шаровидная туя Тедди. И вот такие вот островки. Такие островки, вот они идут, вот в этой части, тут. Это все гвоздика горная. Она сама рассеивается по горке и заполняет промежутки. Вот этот вот красавчик, который здесь разлегся, вот этот вот, это тимьян ползучий альбатрос. Он несъедобный, он очень красиво цветет белым. Практически с середины июня по конец июля. Вот куда еще разрослась гвоздика. Если видно вам, вот тут остались еще цветочки ярко-розовые. В общем, когда здесь в каждой этой кучке цветов начинается цветение, это невероятно красивое зрелище среди камней. Розовый цвет, это просто обалденно. Вот в этой части у меня растут отчитки. Посмотрите, как они заполняют пространство между камнями. Причем самостоятельно, без какой-либо подготовки. Это уже другой вид отчитка. Вон он у меня куда еще около туи вырос. Смотрите, как этот шикарно цветет. Это тоже отчиток. У него вот такие вот, такие как будто бы даже голубого цвета листочки, а это цвет. Тут у меня мелисса. А, вот этот вот розовый. Вот детеныш, вот такой вот. Сосна горная. Это кориопсис многолетний. Цветет все лето. Вот до конца сентября там точно будет цветение. Душица, которая у нас обрезанная уже. У нее все вот это. Все вот. Это тоже срезаться будет в конце. Прям в конце. Лето, наверное, в сентябре. Это не жучки, это цвет, цветоносики, которые попадали на листики. За душицей у меня тоже можжевельник, и он тоже будет потом формироваться. Тут еще будет барбарис. Я его только в этом году посадила, пока он очень-очень маленький. Смотрите, как сверху заполняется все растениями. Это спирея японская, тоже подстрижена в шар. Цветут, все цветет очень долго. Вот такая у меня альпийская горка. Все требует ухода. Причем где-то раза в две недели нужно сорняки выдергивать, нужно делить растения. Они любят вот так вот соединяться. Поэтому приходится укладывать камни для того, чтобы разделить разные виды растений.
Также здесь вот эти камушки, они положены недавно, чтобы растение понимало, куда ему можно, а куда ему нельзя. Сажайте, ухаживайте, отходите от классических огородов. Декоративное озеленение. Это очень интересно, мало того, это очень красиво. Какая игра красок. Вот сегодня август, середина уже почти. А это все в отличном виде.